ребята, опята! Так как скоро Хэллоуин, то нам понадобится наряд и макияж. Но покупать костюм и делать макияж у стилиста – это удел лохов! Поэтому в этом деле мы будем креативными людьми и сделаем себе образ своими руками. И для начала начнем с костюма. Костюм! И для этого нам понадобятся пакеты для мусора, скотч, фантазии и, конечно же, прямые руки. И для начала мы сделаем верх нашего костюма. И из нашей заготовки мы вырежем футболку. Наш верх готов, а теперь приступим к низу. Ну а теперь давайте примерим наш костюм. Первый блин комом я с размером немножко не угадала, но есть план Б. Рукава у нас готовы, теперь надо сделать туловище. Ну вот наши выкройки готовы, теперь нужно их собрать. Ну а для полноты образа мы сделаем себе плащ. Черный плащ, только свистник, он боец. Вот наш костюм и готов. А теперь пришло время мейкапа. Мейкап? И для начала нам нужно тонким слоем наложить нашу основу на лицо. Великолепно! А теперь нам нужно выделить наши сильные стороны лица, то есть глаза. А сделаем мы это при помощи Smokey Eyes. Для этого возьми свои лучшие тени и нанеси жирнющим слоем на свои веки. Больше. Еще больше. И в завершение нашего образа мы сделаем шапку из фольги. Ведь использовать пищевую фольгу не по значению, это тренд 2К16. Четко. И теперь ты будешь самый крутой чик со 6 Б на дискотеке в школе. Ну а на этом все. И вопрос на сегодня. Напиши в комментариях, какой костюм на Хэллоуин был у тебя. Ну а также ставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось. И подпишись на канал, если ты еще не подписан. Также можешь добавить меня в друзья ВКонтакте. Ссылки все будут в описании. Пока!